А вы вот папа ревнивый, в смысле дочерей, вы там, ну, женихи же появляются у дочек, вы как вообще? Ну, у Саши еще особенно не появляются, а Соня прячет их, поэтому... А, все-таки прячет от вас, да? Нет, ну так вот, чтобы мы прямо где-то сидели за столом, выпивали и говорили, и приходит такой огромный чувак в драных брюках и с патлами и говорит, я ела Лодя, или там Семен, или еще кто-нибудь. Нет, пока этого не было, поэтому я еще не до конца, ну, я только могу теоретически понимать. Вы на самом деле уже ответили на этот вопрос, я думаю, что вы ревнивый папа, раз от вас Софья Евгеньевна утаивает своих ухажеров, думаю, что есть такая тема. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.